А сейчас мы с вами находимся на главной смотровой площадке Гамбурга. И знаете, что самое интересное? Да, вы мне не поверите. Она бесплатная. Не, на полном серьезе. Она бесплатная. Но, точнее говоря, говорят так. Если вы увидите большую очередь и не сходите в ней стоять, вы можете купить билетик и, ну, за деньги, да, и пройти уже без очереди. Но нам так повезло, я не знаю, вот сегодня воскресенье, сентябрь месяц на дворе, и мы прошли буквально 2-3 минуты на эскалаторах, на этих интерволаторах, и все, мы уже здесь наверху, совершенно бесплатно. Тут на 6-м этаже есть еще одна смотровая площадка, но она застекленная, поэтому там, ну, народ останавливается, но не так много, потому что не так интересно. А здесь все открытое. Так, люди с тепловизором, ну вы меня поняли, да? Надо будет сюда приехать. Ну, так вот, здесь эта смотровая площадка на все четыре стороны света. Надо мной находится отель. Большой пятизвездочный отель. Несколько этажей, там этажей 10. А подо мной филармония. Вы представляете, филармония. И здесь между отелем и филармонией кто-то додумался сделать смотровую площадку. То есть просто обалдеть. Я так чувствую, я сейчас потеряюсь в этой толпе. Но мы должны с вами обойти все по кругу. Так. Честно говоря, я не знала, что здесь есть такая смотровая площадка. Я знала, что есть смотровая площадка вот там в Докленде, где мы были около 2 часов назад. Там пешком поднимаетесь тоже бесплатно. А то, что здесь есть смотровая площадка, я понятия не имела. Кстати, давайте мы сейчас как-нибудь попробуем пробраться, вот, чтобы посмотреть. Вот, смотрите, вот сейчас мы пробираемся аккуратненько и смотрим. Так, Докленд, кстати, отсюда не видно, да? Вот мы с вами ходили вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. И Докленд находится где-то вон там вот, за теми кранами, за теми домами, в общем, туда. Затем мы все прошли пешком туда и обратно. Вот, и, наконец, мы здесь с вами. Так, кстати, а следующая точка нашего маршрута будет музей миниатюр. Самый большой в Европе, но об этом чуть позже. И находится он вон там, вот в соседнем здании. И сеанс у нас буквально через 40 минут, поэтому здесь на смотровой мы можем провести около получасика и все хорошенько отснять. Слушайте, так, я иду против движения, что ли, я не поняла. Сейчас как-то мы с вами, да, непонятненько. Ну, я надеюсь, вам видно все, что здесь происходит. Так, давайте еще здесь постоим, пока место есть. Так, а вот эта вот часть Гамбурга занесена, кстати, перечень ЮНЕСКО. Это очень красивый район Гамбурга, выполненный полностью из стекла и кирпичей. То есть такая голубо-кирпичная гамма. Так, давайте мы сейчас... Нет, мы немножко в пробку попали. Давайте постоим еще. Какая-то группа идет, видимо, большая. Так, сейчас мы тут прокрадемся. Мы прокрались. Так, слушайте, я на полном серьезе иду против движения. Как-то так получилось. Но зато я думаю, что мы с вами все хорошо сможем разглядеть. Так. Сейчас я подумала, что никто мне не машет в камеру. Обычно всегда машут, а вот в Германии почему-то так не попадается. Интересно. Кстати, пришли мы вот мы по этому мостику сюда, на эту смотровую площадку. Ну, вообще, кстати, вдумайтесь, да, бесплатная смотровая площадка. Это же надо, такой подарок от города всем туристам, да и жителям города. Да, кстати, девушка, которая работает у нас в лаборатории, а ты тут здесь была? Ты вообще знала, что здесь смотровая площадка бесплатная? Да-да-да, это к тебе вопрос. Так, ну ладно, вернемся к тому, что мы сейчас видим. Слушайте, какая-то длинная прям. Смотря, у меня такое ощущение, что эта страна длиннее, чем та. Я почему-то все иду. Вам так не показалось? Кстати, я правильно понимаю, что я одна осталась? Да, я осталась одна. Надеюсь, мы не потеряемся. Ну, здесь сложно потеряться, здесь только по кругу можно ходить так, друг за дружкой. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. А что здесь? Ну, здесь не так интересно, да? Ну, тоже ничего.
Так, слушайте, а где мы с вами начали-то? Где мы с вами начали? Что-то как-то мы тут вышли с вами. Да. А, слушайте, получается не квадрат, да? Наверное, оно прямоугольное все-таки здание. И вот мы сейчас с вами идем по узкой стороне. То есть погода начинает портиться, да? Еще обещали к вечеру дождик. Ой, как не хотелось бы. Хочется посмотреть Гамбург при хорошей погоде, а не при дождике. Так, ну здесь таких красивых мест особо нету, да, достопримечательности, по-моему, я ничего такого не вижу. Но зато вот перед нами порт, да, Гамбург — портовый город, который стоит на реке Эльбе. Здесь Эльбе, вон сколько имеет разветвлений. По-моему, здесь ни одна река в нее не впадает, а сама Эльба впадает в Северное море. Кстати, мы 3 года назад были в Польше и были в том месте, где Эльба начинается. Она буквально как масюсенький ручеек вытекает там где-то в горах, где Польша граничит с Чехией. Да-да-да, мы там были. И теперь мы видим, во что же вот этот маленький ручеек превращается. А превращается он в такую огромную реку. Кстати, смотрите, стоят здесь и военные корабли. Там дальше суда,